Львівмедіа за останній місяць виросло удвічі, але ми далі хочемо рости. Тому нам дуже потрібна ваша підтримка. Коментуйте наші відео, ставте вподобайки та поширюйте. Нам це дуже допоможе. Отдельно хочу обратиться к росіянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Филимонов Андрей Сергеевич. Год рождения? 25.04.2001 года. Сами откуда родом? Из города Калининграда. Из Калининграда, Калининград, да? Калининград, да. Срочник, контрактник? Контрактник. Контрактник, когда контракт подписан? В 21 году, летом, 16 июля. После срочки, да, сразу? Нет, сразу, с гражданки. С гражданки сразу, да, закончил свое учреждение колледжа, сразу подписал. А в каком колледже учились? Училище Олимпийского резерва. Угу. Семья есть? Ну, семья есть, жены нет. Жены нет. А кто из родных остался? Мама, папа, брат. Брат. Брату сколько? 10 лет. 10 лет. Когда зашли в Украину? 21 марта. А откуда? С Воловик. Это Белгородская область. Белгородская, это Харьковское направление, да? Да. Да. А какая должность? Здесь был стрелок. Стрелок? Просто стрелок? Да, обычный стрелок. Да, там САКА, да? Да, да, да. Да. А какие войска? Пехота. Пехота, да. И когда попали в плен? 8 сентября. 8 сентября. Обстоятельства это... какие? Ну, был общий отход, и мы ехали уже дорогу на Купинск, и нас в поле взяли, угу. И все. А где дислоцировались? За Балаклеей. Угу. Ну, Балаклея, и мы, там завод цементный есть, и вот, угу, возле него, в поле. А сколько на контракте платили? Здесь? Вообще, ну, в армии русской. Ну, если обычный там рядовой, 28. Если там вышка, ФИЗО, 45. Ну, добавки, не добавки. Но так, вы сколько получали? 30 тысяч. 30 тысяч, да? А за то, что зашли в Украину, добавки были? Ну, двойной оклад, ну, еще что-то там? Боевые. Боевые? Все, сколько? Все вместе получалось 150 тысяч. 150 тысяч, да? И каждый месяц получали, да? Ну, первые два месяца не получали, потому что, видимо, документы, ну, не знаю, не получали. Потом, угу, уже начали получать. Угу. Какие цели ставились при заходе в Украину? Вообще, сначала цели были обороны. Должны были стоять на приграничной зоне, на постах. Но, как оказалось, на постах стоят это ополченцы стоят, а нас в поле кинули оборонять. На постах, это на блокпостах? Да, 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 да. Вот где автомобили, гражданки, mm-hmm, ходят, там, должны были там стоять, на приграничной зоне. Оказались в городе Балаклея, mm-hmm, ну, вот в поле, возле цементного завода. Mm-hmm. Ну и полгода там стояли. Хорошо, вы с самого начала почти были, это марта, да? Вы заходили, 21 марта. Вы брали Балаклею, правильно я понимаю? Нет. Она уже была оккупирована, да? Да. Ну, вообще, мы сначала, когда заезжали, мы 3 дня стояли на мосте каком-то, базировались. Mm-hmm. Это прям недалеко от границы. А потом уже туда сюда отвезли. Но все время как бы дислоцировались в Балаклее, да? Ну, вот за Балаклеей. За Балаклеей, да. Но вы же видели, что с городами сделали русские, да? Обстрелы и так далее. Ну, мы в городе не были, только вот по новостям, когда уже смотрели, что с городом. Угу. Участие в боях принимали? В Балаклее? Ну, там, где стояли, да, вот все это. А мы за 6 месяцев никого не видели, ну, украинских военных. Только вот когда нас в плен взяли, увидели военных, ну, Украины. До этого мы вообще никого не видели. Обстоятельства как взяли? Вы отходили, и что случилось? Там начали через какой-то правый или через левый сторону прорываться. Угу. Там кто? Уже... кто прорываться? Русский? ВСУ, военные силы, окей. Украины. Угу. Вооруженные силы. Да, вооруженные. А там уже никого не было, потому что там за 6 часов, а там была позиция, так понимаю, ополченцев, и через ту сторону зашли. И был общий отход. А почему отходили? Что объяснили? Ничего не объясняли. У нас командование все погибло 3 числа. Угу. 3 сентября. 3 или 4 сентября. Не было вообще управления роты. Все, угу, погибли. От начала от командира роты заканчивается, ну, фельдшером. Фельдшер, старшина, все погибли. Мы уже даже не знали, кто там нами командует. Угу. И по радейкам услышали, ну, общий отход, и начали отходить. Хорошо. Что родные? Родные знали, что в Украине, правда? Ну, конечно, да, знали. Что говорили? Ну, когда мы только заходили и поняли, что нам говорили, как вы здесь будете месяц, потом будет ротация. Ну, нас поменяют. Месяц проходит. Нас не меняет. Проходит второй месяц. Уже есть 200-е, 300-е. В Калининграде уже все в курсе об этом.
Все, как бы там родители не пытались, там в часть у них были совещания, собрания, как бы они там что бы ни говорили, все было бесполезно. Ну, то есть родители были против того, что в Украину зашел, да? Уже, конечно, да. Они-то думали, уже, что... Уже это когда, конечно? Это как получается, что когда мы ехали, мы думали, что наоборот будем помогать. А получилось все наоборот. Что наоборот, мы очень плохие люди оказались для вас. Мы думали, наоборот, у нас все будет мир с вами, добро. Вот приехали к вам помогать. Вот объясните концепцию немного. Помогать? Да. Вот что значит, мы думали, то, что приехали вам помогать. Русскоязычных людей вообще никто не любит. У вас все здесь Запад, американские наемники, вот все такое. Французские легионы, там армянские, там вас украинских там вообще не любят. И надо въехать и помогать вам. То есть, что мы оккупированы Западом или как? Да, типа, ну, такого. Так же и по новостям, и, ну, и в части говорили. Надо ехать, помогать. Андрей, вот вы это говорили. Вы это, ну, лично верили в эту штуку, да? Ну, понимаете, там все это говорили с таким... Нет, посмотрите, все это говорили. Вот вы, я с вами как с человеком общаюсь, да? Вот как бы, ну, я всегда говорю, вы новая генерация, как бы россиян, да? И вот вы лично тоже в это верили, знаете, да? Знаете, как говорится... Вы с человеком общаетесь, там, день, mm-hmm. два-три, там, смотрите телевизор, день, два-три, и это все, как сказать, принимаете это все, ну, и верить, конечно, в это. А на самом деле, когда уже понимаешь, когда тебе уже глаза открывают, я там уже совершенно другое. Ну, хорошо, вот с марта по сентябрь, да, вот когда вы поняли, что это все бодяга? То, что когда начали люди умирать. Это когда случилось? Погибать. Да, с четвертого дня нашего приезда. Ну, хорошо, то есть вы сопротивление украинцев встретили, правильно, вы это видели? Все, ну, когда уже в сентябре? Нет, ну, там, например, с марта. А, да, конечно, да. Ну, вот вы с марта по, грубо говоря, по сентябрь. Вы не хотели уйти? Вот лично. Уйти? А как? Да. Каким образом? Не было такой возможности ни у кого. Хотелось, но не было. Ну, то есть вы понимали, что это не спецоперация, это война, да? Это уже война. То есть для вас это война? Для нас, это, для нас в России это типа спецоперация, для... Я спрашиваю лично вас, да, вот там, что в России это... Да мы уже ничего не понимали, что это происходит. Говорят, что спецоперация. Ну какая это спецоперация? Молодые парни, 21, 18, 19 лет, они просто погибают. За что? Хорошо. Не понимаю. Хорошо, вот за что украинцы погибают, вы понимаете? Гражданские или военные? Защищают, все. Защищают свою родину, свою страну. Мы зашли. Получается, начали диктовать какие-то свои правила, какие-то там, не знаю, диктовать свои правила, блин. И, конечно, это никому бы не понравилось. Также, если бы вы бы зашли и начали там теребонить, там, не знаю, убивать, там, магазины там грабить, там, тоже бы нам бы это не понравилось. Ну, это было со стороны русских? Вы это видели, то, что они делали? Грабили магазины. Это уже по словам, уже по телевидению, уже начали в телефоне смотреть. До этого как бы, что там, 23 февраля началось, или 24-го, мы там как бы даже не вникали в это. Личная просьба от меня вот сейчас, да? Вот. Да. Вас никто не пытал перед этим, как вы сюда зашли? Пытать? Ну. Пытал ли вас кто-то перед тем, как вы зашли ко мне на интервью? А, нет. Я да? Совершенно свободно. Свободно. Паяльника нигде нету, да? А, нет, нет. Не сидите на нем, да? Можете сказать русским, что это все свободно, и вы общаетесь со мной свободно? Вот общаюсь, лично... общаюсь свободно, все, все прекрасно, все хорошо. Никаких паяльников, никто ничего не режет. Кормит, поет. Хорошо, вот вы поняли это. А почему армия? Вот почему вы выбрали армию? Нужен был военный билет. Угу. Все. Без военного билета никуда в России? Ну, есть учреждение, ну, лучше с военным билетом, потому что везде требуется военный билет. Куда бы ты ни пошел, официально нужен военный билет. А что это, это как это без паспорта. Mm-hmm. А что заканчивали в России? Училище Олимпийского резерва. Олимпийское, то есть это спортсмен? Да. А какой спорт? Самбо. А, вы самбист, да? Да? Как Путин. Путин же тоже самбист. Он дзюдо. А, он дзюдо, извиняюсь, да. Он дзюдо, да. А вот смотрите, вы говорите, вот нам говорили, 5-й, 10-й и так далее. Вы вот, просто вопрос. Вы понимаете, что вы часть системы? Вот вы лично. Еще раз. Вы часть системы русской, российской. Да, вот то, что там говорят русскоязычные, притесняли и так далее. То есть вы стали частью системы. Да.
Ну, то есть... Ну, то, что мы зашли и понимаем, что все это не так, то, типа, такого тут не было. Но сейчас, конечно, это все понимаем, что с нами свободно говорят. Когда же вот мы были в Киеве, там, СБУшник, да, он говорит, я вот ездил во Львов, на Западную Украину, там захожу в магазин. Они говорят, типа, ну, если ты плохо как-то разговариваешь по-украински, то говори, как умеешь. Все, без проблем. Там зашел, там, с кем-то общаешься, умеешь разговаривать, разговаривай. Не умеешь, ну, говори свободно. Если, как говорят, умеешь, говори. Если не умеешь, не порти язык. Все, свободно. Так же вот вы со мной общаетесь свободно. Но это не мой родной язык. Русский, да, да, не мой родной. Ну, вы со мной свободно общаетесь. Вы это слышите, что да, это не мой родной язык. Ну, со мной свободно общаетесь, и да, как бы вы не говорите, типа, что разговариваю там по-моему или не по-моему. Ну, не по-моему. Или по-английски, да? Да, да, да. Вот здесь же Запад оккупировал, да, теоретически, да, вот все должны разговаривать на английском языке. Хорошо, вот у меня вопрос, как закончить войну, да? Вы понимаете, как что это война? Как закончить войну? Да. Чтобы люди выходили на протесты. Где? В России. Выходили, 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 выходили. Потому что, мне, как мне кажется, то, что один командир говорит другому командиру, то так, потому что боится сказать всю правду. Этот командир говорит уже этому командиру. Этот командир говорит этому командиру. И да уже сверху, там уже знаешь, что вот такая ситуация. На самом деле тут не так. Так всегда, ну, видимо, было и есть. Ну, только понимаешь, что сейчас понимаешь. Вот вы это говорите, чтобы люди выходили на протесты. Выходили, конечно, на протесты, чтобы, блин, потому что молодые парни погибают, остаются жены, дети, родители. Все. Даже, ну, тела даже, не знаю, забирают, не забирают. Вот, например, вот когда русские говорят, они всегда говорят о своей стороне, да, о том, что погибают украинцы. Погибают также с двух сторон. Также и наши военные, также и ваши, и также и гражданские люди под обстрелами, там, минометами, артиллеристами. Путин должен уйти? С поста? Должен понять для начала, что здесь вообще творится. Чтобы он сам заехал и посмотрел, что это такое. Он должен сам понять. Его так никто не снимет. Мне так кажется. А почему русские боятся выйти на протест? Почему боятся? Да вроде как, ну, где вот люди погибают, прям там, я не понимаю, в Чечне, да, как вот говорят, там не будет мобилизации, потому что они там уже перевыполнили план. Да, но это просто слова, мне кажется, потому что погибли много людей. Также подошли, там, не знаю, были протесты. Он понял, что да, люди погибли, и он говорит, не будет мобилизации. Также, например, в Калининграде будет мобилизация, да. Также будут наши родители, там, родственники. Нет, так много погибло, в Калининграде мобилизации не будет. А в некоторых городах, Москва, да, там миллионный город, у кого-то, не знаю, кредиты, нет семьи, нечего терять. Ну а что ему делать? Он пойдет. Деньги. Все. Ну, даже... То есть стимул это только деньги, да? Да, кому-то деньги. Вы же понимаете, у кого-то есть, ну, семья, он понимает, даже если он будет мобилизирован, он будет прятаться в любом случае. Все. Но вы же понимаете, что это дичь в 21 веке зарабатывать деньги, убивая жителей другой страны, страны, оккупировав другие территории. Да, конечно, это ненормально. Потому что даже он понимает, точнее, он не понимает, что здесь происходит, но когда он будет под первым обстрелом минометным и там подписал на 3 месяца, смотрит, блин, а там еще 60 дней здесь осталось. То смотрите, вот... Он не понимает, что здесь... Путин, вы думаете, не понимает? Что тут происходит, да, мне кажется, нет. Ну, то есть для вас он хороший, да, я так понимаю? Нет. Что он людей мобилизирует, не знаю, как это вообще наверху это все происходит. Для меня он просто сейчас... Смотришь новости, понимаешь, он там говорит там, про какие-то ядерные ракеты, мобилизация людей, сколько может быть еще убитых, раненых, дети, там, не знаю, и с одной стороны, и с другой. Это он не понимает. Да это, конечно, он плохой человек. Хорошо, вот эта вся история началась в 2014 году, ну, с Крыма. Как я понимаю всю эту ситуацию? В Крым заходят русские войска, Крым отделяется. Не отделяется, его забирают. Его забирают. И сразу Луганск, Донецк говорит, мы тоже хотим быть Россией. Типа? Ну, я как понимаю... И вроде как Харьковская область.
тоже типа нет? У меня Харьковская осталась в 2014-м, и Донецкая, Луганская тоже не вся. То есть та часть, где смогли дойти при поддержке русских. Угу. Где русские. И все, как бы, и туда тоже зашли, мне кажется, как-то русские военные. Понятно, что никому это не понравилось. И началась с 2014 года вот эта вся суматоха. И начиная, 21 год. Война. Все, но война. То есть он не может... Ну, то есть логика, вот смотрите, вот Крым вам лично нужен? Нет, конечно, зачем он мне нужен? У меня в Калининграде хорошо. Ну хорошо, вот забрали типа Крым, да? А зачем его сейчас? Вот Калининград, вот просто логика, да? Вот посмотрите, вот там я разговаривал с военными, они говорят, вот типа там Хрущев передал Украине, да? Вот это вы все слышали. Передал Крым в 54 году Украине, да. И сейчас мы типа его возвращаем. Вот Калининград, это какая область была? Вот. Ну... Кёнигсберг. Кёнигсберг, 41-й раз. Потом, вот мы как... По истории вроде. Ну, это, мы, ну, то... мы за русские зашли, mm-hmm. и забрали из Германии всего лишь один, да, город, Кёнигсберг. Да, да, вот, Кёнигсберг, вот. Да. Ну, это ж немцы. Там, ну, тогда была Великая Отечественная война, и тогда... Мировая. Мировая там. Ну, я это все понимаю, но, грубо говоря, вот сейчас немцы могут сказать, это ж наш город Кёнигсберг. Могут? Так а в чем, почему и нет? Конечно, могут. Конечно, ну никто этого не делает. Нет. Ну, то есть немцы — это какой-то, это цивилизованная нация. Ну, то есть есть какое-то международное право, правда? Ну, есть правила какие-то, наверное, бумаги, правила, да. Обязанности. А вот... вот а для... когда, ну, а когда... Я не знаю, для чего это. А для россиян нету никаких правил. Это... А вот, Андрей, у меня вопрос. Вы не боитесь, вот вы сейчас сказали, да, грубо говоря, что русские должны выходить на протесты против этого всего. Вы не боитесь, что это будет опубликовано? Так они так выходят на протесты. Это все детский лепет на лужайке. Также, мне кажется, то сейчас даже сюда в эту комнату зайдет, и кто до этого был, они, мне кажется, то же самое сказали, потому что понимают, что у них есть друзья, братья, отцы. У кого-то друзья погибли. Но... А почему понимание, вот, когда вот вы стояли полгода, и понимание этого всего... Да, вы нормальные вещи, грубо говоря, говорите, да? Вот почему понимание этого всего приходит, вот, когда уже в плену? В конце? Да, в конце. И некоторые говорят, что все нормально и в плену даже. Вот почему понимание сейчас только пришло? Ну, понимание, как говорится, пока не почувствуешь, понимание не принимает. А что такого? Ну, сознание. Ну, вот что такого случилось, грубо говоря? Вас же здесь не пытают, не бьют, да? Нет, все в порядке. Кормят? Кормят. Условия нормальные? Да. Что такого случилось, что пришло понимание только теперь? Ну, как это? Тебе человек говорит, не делай это. Плохо все это кончится, да? Успокойся. Все будет хорошо. Пока ты сам на себе это не почувствуешь, пока ты не потеряешь людей, не увидишь мертвые тела, не побываешь там, ну, чтобы у тебя страх, ты это не поймешь. И когда мы уже были месяц, начали понимать, начали люди погибать. Потом в сентябре уже погибло управление. Четвертая рота. И тогда приходит сознание, что это уже, ну, это уже никуда не годится. Надо просто уходить. Все. Почему русские проигрывают? Русские почему проигрывают? Мне кажется, что начинают понимать, что зачем они, зачем это им. Приходит такое же. Вот в армии так, какой... приходит такое же осознание. Вот в армии какой дух, ну вот в сентябре, да, это все как бы развеялось? Это как обычно происходит. Все сначала заряженные, все такие, все бойцы, а потом заходят и попадают под первый обстрел. И понимают, что дома ждут еще жены, дети, родители. И все, кто-то сдается, кто-то домой, кто-то дезертиры. Дезертиры были у вас? Я только про них слышал. Было там два дезертира, но это вроде как не с нашего города. Я даже не знаю, что с ними и как. Русские должны уйти с Украины? Конечно. Крым должны отдать? Насчет Крыма они должны договориться, чтобы там тоже не было вот эти бойни, не бойни. Если, как я просто не, про Крым, ну, мало чего знаю по этой истории. Если подарил, то подарок уже нет. Ну, или там подписали какие-то бумаги, там, нет, в каком году вы говорите, в 51-м, 54-м? Нет, смотрите, было, ну, то есть, когда распался Советский Союз, да, грубо говоря? Ну, да. Ну, то есть какое-то международное право, да? Крым остался за Украину. Да, значит, он должен был принадлежать Украине. И должен остаться в Украине. Если так, то значит так. Я просто... Зачем России территории? Вот. Не мне это знать.
Здесь воюют НАТО или воюют украинцы? Здесь украинские войска. Я не слышу. Ну, я, может, кто-то есть, но я не видел. Есть иностранный легион, это официально. Я их не видел. Я есть военные, ну, ВСУ. Их я не видел. Воюют украинцы. Да. Их я видел. Хорошо воюют. Хорошо. Может, потому что защищают свою страну? Да и не только. Они и выглядят получше вас. В плане экипировки, и, как сказать, даже они объясняют, ну, хорошим людям попались. Они объясняют то, что даже вы даже воевать не умеете. Вы воюете, как вот раньше воевали в 41-м году. Танки вперед, пехота сзади и пошли в бой. Он говорит, ничего, тебе, говорит, ну, 20 лет, да, 21 тут исполнилось. Помимо меня там такое еще полрота, даже больше полрота. Ну, то есть вы заходили уже как контрактник сюда, да? Да, конечно. Да. У меня вопрос. Хотите быть обмененным? Конечно, да. А что потом? Потом отпуска, у меня контракт заканчивается, и дома. Контракт. Это не мое. Есть другие у меня, куда можно пойти, где можно также работать спокойно. Армия, я пошел ради военного билета. Армия – это ошибка вот для вас в жизни? Судя по всему, ну, если не было такой ситуации, то нет. Сейчас я нахожусь в такой ситуации, конечно, да. Так и для всех, большинство для всех так. Кто подписал контракт со срочки или сразу подписал, для них это большая ошибка, они сами будут, ну, не будут отрекать этого. Хотите что-то сказать вот этим, которые сейчас мобилизируются в России? Обратиться к ним? Да. Мужчины, не стоит этого делать. Вы совершенно не понимаете, что то, что тут происходит. Лучше будете дома со своей семьей, с детьми, с мамами, с родными. Не стоит сюда ехать. Вы даже не представляете, что тут происходит. Нацисты есть? Я их не видел. Это все бред, то, что говорит русская пропаганда по телевизору, правильно? Ну, я их не видел, значит, их не... Но русскоязычных никто не притесняет, правильно? Нет. Украинцы... Свободно все разговаривают. Если говоришь «дякую», то говори «дякую». Если не умеешь говорить «дякую», говори «спасибо». Все. Украинцы — это просто свободный народ, который хочет свою страну независимо. Сейчас ты это уже пришло. Ну, все ты понимаешь уже это. Конечно, не так, там как-то в плане, как сказать, осознание, ну, осознание есть, как что тут. Там на каком-то, не на политическом там уровне, там, или какие-то там умные слова, ну, а сам понимаешь, что конкретно тут происходит. Все.